Всем привет! В данном видео я хочу пролить поршни вот такие Мотордеталь Эксперт. Это от Гранты, диаметр 82,5. Вот, поскольку информация достаточно противоречивая, а мне нужна эта информация, какая же тут лужа для того, чтобы просчитать итоговую степень сжатия. Итак, для проливки нам понадобится вот такая приспособа. Надеюсь, все поняли, из чего она сделана. То есть это дверца от CD-холдера. Просверлено таким образом в двух местах для того, чтобы в одно заливать будем жидкость, через второе будет выходить воздух. Дополнительно буду контролировать по весам, поскольку точность со шприцом достаточно такая не сильно большая. Дополнительный контроль будет у нас еще и китайские весы. В качестве проливочной жидкости буду вот такую жижу использовать. На самом деле это чай. Почему чай? Потому что это единственное, что оказалось под рукой для того, чтобы можно было чем-то его окрасить, это все дело. В шприце я набрал 11 кубиков, как можете заметить. И теперь потихоньку начинаем проливать. То есть в одно отверстие придерживаем и заливаем. Лучше, конечно, всего это делать маслом, но поскольку у меня масла дома не оказалось, то пользуемся тем, что есть в наличии. Делаем это не спеша. Весы нужны для того, чтобы дополнительно проконтролировать количество жидкости. 9,3 получилось. Так, ну вот, я пролил второй поршень, получилось у меня 9,1. Тут я тоже 11 кубиков заливал изначально. Ну что, перемерил я все поршни, в среднем 9,1, 9 кубиков объем лужи. Но вот этот поршень меня больше всего удивил, поскольку по моим замерам получилось практически 8. Я несколько раз перезамерял, пересматривал все, даже сравнивал и по весу их. То есть сомнений нет, что разница есть по объему лужи для степени сжатия. При ближайшем рассмотрении я заметил такую особенность, то что вот здесь, если мы посмотрим, здесь есть такой как бы буртик. Ну то есть видно, она даже острая такая кромка. И здесь то же самое. Если же мы посмотрим на вот этот поршень, то здесь такой кромки нет, то есть оно практически заподлицо. Вот, что с этим делать, я пока не знаю, конечно, но это не есть хорошо. По весу эти поршни, то есть вот тот поршень, который практически 8 кубиков, то есть 247 грамм. Сейчас мы оттарим и относительно всех остальных посмотрим. То есть этот один в один с ним вес попадает, вот этот минус 0,9 грамм, и этот поршенек, ну тоже минус 1 грамм. То есть вот такая вот история. То есть я не знаю, если убрать с этого поршня материал где-то здесь, то получится, что как бы все поршни разного веса, скомбинировать их получится с пальцами или нет. Вот такая информация. Всем спасибо за просмотр.